Президент Алан Гаглоев посетил зону проведения спецоперации с целью поддержать бойцов из Осетии. Гаглоев встретился с военнослужащими 4-й военной базы и добровольцами из Южной Осетии и передал им технические средства и экипировку. Президент лично посетил расположение бойцов, пообщался с земляками, участниками специальной военной операции. Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополь бойцов обеспечили средствами разведки, это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства. Переданный гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы, а также продукты питания. Президент убедился в том, что бойцы обеспечены самым необходимым для выполнения боевых задач. Глава государства Алан Гаглоев с самого начала спецоперации находится на связи с бойцами из Осетии, хорошо осведомлен о ситуации, знает, в чем в первую очередь они нуждаются. Он напутствовал осетинских бойцов и поблагодарил их за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют. В свою очередь, участники спецоперации выразили благодарность Алану Гаглоеву за внимание и поддержку, отметив, что его приезд придает еще большую уверенность, и они продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними боевые задачи. Оксана Джуева, Фатима Кумаритова. Специально для программы «Неделя».